Короче говоря, я купил колонку на Лидер НН. Зашел на кухню. Понял, что хочу чая с бутербродами и поставил чайник. Поставил чайник. Бац. Трехочковый пакетиком чая не сразу получился. Два сахара. Водичка. Достал колбасу. Хлеб. Один надрезик. Второй надрезик. Бац, 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 бац. Я повар, ёпта. Куснул колбасу, но она убежала. Понял, что 3 секунды не прошло и захотелось ее съесть. А и похер, я ее съем. Денег-то маловато у меня. Сел за стол и понял. Чего-то мне не хватает. Понял, что хочу навалить музла. Подошел к своим старым колоночкам, воткнул ауксик. Бац-бац, но не работает. Посмотрел на свои старые колонки, постучал, побил вот так вот, понял, что они не работают. Решил зайти на сайт и заказать себе новые. Зашел. ДНС, ёпты. Ситилинк, очень дорого. М-видео, да, такие цены долбанешься. Понял, что в кармане всего лишь 3000 рублей, и надо что-то дешевенькое. И так хочется флешку, аукс, и чтобы громко. Ой, подумал, как это будет сделать. Позвонил другу, говорю, так и так, нужны дешевые колонки. Да, очень дешевые. Он сказал купить на Авито. Понял, что у меня больше нету друзей. Зашел на сайт, набрал, дешевая акустика. Так, вышел новый сайт, Лидер НН. Зашел, смотрю, колонки, много колонок, очень много колонок. Нашел, которое мне нужно. Очень обрадовался. Решил заказать. Заказал. Оделся. Пошел в магазин. Шел в магазин. Иду в магазин. До сих пор иду в магазин. Зашел в магазин. Купил колонки. Спасибо. Иду дальше. Вышел из магазина. Понял, что хочу побыстрее навалить музла и пошел домой. Иду домой. Домой иду. Я иду домой. Домой. Пришел домой, открыл дверь, зашел, открыл дверь, зашел домой, поставил колонку. Понял, что быстрее очень хочу навалить музла и начал быстро раздеваться, но куртка не снимается. Ай, похер, кину на пол. Взял колонку, зашел на кухню, но до этого я уже успел переодеться. Достал колонку, какая она крутая, ой. Понял, что музыка кричит громко и наваливает офигенно. Да, вот так вот я умею. Да, я молодец. Слышу звонок в дверь. Кто это, интересно, звонит? Сделал немножечко потише. Подошел к двери. Открыл сначала первую дверь. Посмотрел в глазок. Это был сосед, который громко кричал. Короче говоря, я купил колонку на Лидер НН. Всем привет, Ютуб. Канал Лидер Хай-Тек. Сашка-открывашка, вот, получилось так, что сегодня я не за столом, я не за хромакеем, я не на улице. Я сижу возле таких вот гигантов под названием Eltronic K63. Почему сижу? Потому что, блин, они реально большие, как бы, и около них бегать что-то мне неохота. Ну, как большие? Ну, вот, смотрите, как бы, вот. Итак, погнали. Две колоночки. Очень давно на них смотрел, проходил и думал, блин, когда-нибудь я запишу на них конкретный хороший обзор, потому что К63 улетают просто как горячие пирожки. Что я могу сказать о них в целом? Уже послушал и уже как бы маленький итог прям впереди вам скажу, чтобы вам было интереснее было слушать. Это очень громкая акустическая система для больших помещений, для каких-то дискотек. Для караоке отлично будет. Какой-то вот такой тусовки, когда у тебя не хватает бабок на светилочки, китайцы тебе ставят вовнутрь светилочки. То есть, ну, не просто колонка, да, не просто там какая-то такая вот подсветка. А тут вот погнали, 415-я база, ответьте, как я смотрел видюх. Короче, вот такие вот милицейские колоночки. Итак, смотрите, давайте просто пробежимся по пунктам, что в них есть. На каждую колонку номинал 240, на каждую колонку пик 270, суммарная мощность 480, как бы это громко, это не громко, это громко, очень громко. Дальше идем, каждый из этих динамиков по 10 дюймов, то есть, ну, громко,
громко. По поводу внешности. Хорошее дерево, сделано под карбон. Здесь все светится вместе с музыкой и просто. Как видите, сейчас музыка у нас не включена. Здесь тоже все сделано. Пластичек, две пищалочки, которые тоже подсвечиваются. Тут карбончик, тут у нас идет тоже карбончик. С каждой колонки по бокам есть ручки для легкой переносимости. Как бы они на самом деле не тяжелые, но, блин, ну, хочешь кататься, люби и колоночки носить. Вот. Тут тоже все так же подсвечивается, пищалочки тоже подсвечиваются. Здесь уже приборная панель. Что на ней есть? Эквалайзер для низких-высоких частот. Также все, как и везде, пауза, стоп, переключение песен, переключение на Bluetooth, переключение на USB, переключение на радио FM. А что сюда еще можно вставить? USB, microSD. Есть один вход под гитару и два есть входа под микрофон. Микрофон, кстати, уже идет в комплекте, один микрофон, но он не проводной, он беспроводной. Так, дальше, что у нас еще идет в комплекте? В комплекте у нас идет шнур для питания. Самый прикол, один шнур для питания, тебе не нужно две розетки, чтобы питать их вместе. Эта колонка питает эту колонку через обычный шнур. Дальше, что у нас еще есть? Тембр музыки, бас, можно переключить эквалайзер, включить или переключить эквалайзер. То есть ты вот здесь вот настраиваешь ползунки, ага, понял, что хреново настроил, руки и жопы у тебя как всегда растут, ты шлеп на кнопку, эквалайзер отключил, она просто без всяких настроек у тебя херачит. Есть громкость микрофона и громкость эхо для микрофона. То есть хочешь поорать? Пожалуйста. Хочешь поорать вместе с эхом и далеко? Пожалуйста. Вроде, ну, вроде все как бы понятно, ясно, светилочек много, Китай нас удивляет, как всегда, Китай как любит, ну, все громко горит, светится, я не был в Китае, но, походу, уже, как бы, пока вот в этом всем разбирался, побывал. Что по поводу качества коробов? То есть, ну, никакого клея или каких-то стыков, обклейки, вот данные колоночки нет, никаких точек, ничего, ручки нормально себя ведут, все хорошо, то есть здесь она обклеена и сзади она тоже обклеена со всех сторон, чтобы было все прекрасно и нормально. Пищалочки тоже выглядят, пищалочка, кстати, не вот простой какой-то диодик торчит, там такая прям, знаете, выглядит как лампочка такая, но внутри диодик. Ну как бы зачем, ну лампочка сгореть может, менять придется, а диодик у тебя сгорит. Давайте послушаем вообще, давайте проверим, как это будет громко. Я сейчас подключился по Bluetooth, не стал подключать флешку, но флешка понятна, а как у нас действует Bluetooth, не всегда понятно, может быть с помехами, может быть без помех. Давайте попробуем. Так, еще раз повторюсь, петличка не передаст всю громкость и мощность данной акустической системы. Запомнили. Вот это хуйня. Закона, потому что не бежит под солнцем весны. Кто это диктовал мою руку? Сейчас немножечко добавлю басика, но я в принципе уже блин, очень громко, я вот охренел вот тут сидеть немножечко. Блин, ну крутая акустическая система, блин, вообще круто. Я бы послушал, как бы это прям звучало на огромной территории. Как бы мы делали обзор, если вы видели, что я выходил на сцену одного из парков, и мы включали одну бочку. Нет, это кричит еще громче. Это вот прям вот маленький клуб, дискотека, кальянная. Хочешь разнести, бери, разноси. Давайте теперь поговорим о цене данного товара. Вот сколько ты хочешь за хорошую музыку? Давайте разберемся. Сколько тебе надо, вот сколько тебе не жалко за хорошую музыку? За того, чтобы не слушать вот эту вот какую-то пердящую пиздятину просто, ну, которая около тебя кричит. Давайте вот разберемся. То есть от 16 до 18 тысяч хочешь? На, забирай. Там хочешь меньше? Блин, еще есть меньше. Но эта система, ну, должна, как по мне, стоить. Она должна стоить тысяч
25, давайте вот так вот, честно, но круто, она же поет круто. Я как бы, ну, не фанатик огромных там каких-то здоровых самбуферов, которые занимают очень много места, и ты, каждую ты там должен подключить по 220 вольт, потом еще должен подключить к нему ноутбук, чтобы это все как-то питало, у тебя все это как-то гармонично выглядело. Я не фанат этого. Зачем придумывать велосипед, когда уже все за тебя придумывали? Сейчас так, век технологий, когда все должно быть управляться либо с телефоном, либо с одной флешки. Вставил, включил, пошел. AUX вставил, включил, пошел. USB подключился, все, работает. Смотрите, здесь не надо подключать ноутбук. Как бы хочешь, подключи. AUX тебе в помощь. Здесь не надо подключать эту отдельно к 220, эту отдельно к 220. Хочешь, они все, они вместе кричат. Ты не на... что еще? Тебе не надо заморачиваться и напрягаться, что куда я их поставлю, они такие огромные, и как они будут смотреться. Блин, они не такие уж и большие, как бы есть для нее место. И самый прикол того, что выключаешь нахрен свет, включаешь их, и у тебя все охрененно подсвечивает. Огромные компании, объясните мне, за что мы платим, блядь? За что я вот плачу деньги? За наклейку, например, Apple? За там Sony, JBL, ну как бы, ну, за что мне платить деньги? Я могу купить вот Китай Eltronic и охуеть, и сидеть на жопе ровно, и звучать будет так же. А у меня друг приедет с JBL и скажет, бля, звучит пиздец, говно включит, а у него еще говнее. Вот, реально рекомендую. К63 разлетаются как пирожки. Реально, я смотрел очень долго на них. Думал, блин, попозже обзор сделаю, сейчас послушаю, вдохновлюсь, чтобы, ну, понять, чтобы не спиздить, если честно. Просто слушал, чтобы не спиздить. Я дослушался, вот я вам сейчас теперь говорю, как есть. Круто, я рекомендую. Для сцен, для тусовок, для себя любимого поставил дома, прикинь. Реально, вот как я сижу, вот так поставил их по бокам. Телек въебал вот сюда вот, включил аватарчик, а еще лучше. Вот так вот поставил Xbox, свет выключил, Xbox, короче, включил, GTA-ху вальнул, и сидишь, катаешься по Лос-Анджелесу, у тебя все огоньками светит. С мусорами, когда катаешься, они тебя в жопу, короче, на жопу тебя принимают, и у тебя как раз подсветочка тоже действует. Ладно, окей, все, разглагольствовать хватит. Цена 16 тысяч рублей. Но если ты зайдешь по ссылочке в описании и закажешь ее с промокодом Сашка-открывашка, запомни еще раз, Сашка-открывашка, вот здесь появится промокод. Вот. Вот прям вот здесь. Вот он появился промокод, вот там вот ссылочка в описании. Она будет стоить для тебя 12 тысяч рублей. И давайте вот так договоримся. Приходишь от Сашки-открывашки, заказываешь колонку, и давай доставка будет бесплатно. Давай вот просто доставим тебе ее бесплатно, как есть. Вот за 12 тысяч рублей по ссылочке в описании. И плюс доставка бесплатная. Слушайте только хорошую музыку. Слушайте только качественную музыку. Хватит переплачивать за товар. Подписывайся на канал, ставь лайки, ныряй в ссылочку в описании и заказывай данную акустическую систему. А я пока навалю и посижу, и покайфую. Наверняка станет укрыть, когда ты останешься, ты совершенно один. Единокого ронялся, набили кошельки, и вроде всем вокруг...